Всем доброго здоровечка. Вот здесь у меня растет куст ежевики, сорт начес, которую я замульчировал вот так вот довольно интенсивно, опавшей листвой на зиму. Об этом снимал уже видео. Кому интересно, ссылка будет внизу в описании к ролику. И что хочу сказать. Это первый год роста ежевики у меня здесь, на этом месте. В этом году ежевика дала вот такой вот один побег. И от него идут латеральные побеги. То есть побеги второго уровня. И я вот в августе месяце прикопал несколько веточек в землю. Я, по-моему, снимал видео об этом, но я как бы не гарантирую. Вот что значит большое количество роликов. Простите, у нас здесь идут стройки рядом, поэтому шумно. К чему я? Если много видео на канале, то уже как бы теряешь бдительность и не знаешь, что снимал или не снимал. Собственно, если снимал, ссылка будет внизу в описании к этому видео, как я прикапывал вот эти вот веточки ежевики. Если не снимал, значит, ссылки не будет. Собственно, что я сделал? Прикопал. Вот ветка одна прикопана, вторая прикопана в земле. И сейчас уже у нас сегодня 18 октября. Хочу сегодня выкопать и посмотреть, что же там есть. Есть ли корни, укоренилась ли моя ежевика. Так, показываю результат. Самый худший результат — вот этот побег, потому что при укоренении я его немножко сломал, и он укоренился очень плохо. Видите, здесь корешки есть, есть даже червячки, но укоренился слабо. Но хотя из этой ежевики уже может быть полноценный саженец. Второй, смотрите, второй побег. Смотрите, что здесь делается. Здесь было отверстие в баночках, вот здесь пролез корень. А смотрите, какая корневая система внутри пластиковой банки. Я специально взял прозрачную, чтобы было видно, что там внутри делается. Укоренение просто отличное. Надеюсь, вам видно. Супер. Ну и третье укоренение, третий побег. Здесь все тоже очень, смотрите, замечательная корневая вылезла уже наружу. Здесь тоже все в корнях. Одним словом, укоренение сорта начес возможно. Укореняется отлично. Вот эти вот уже саженцы, можно так смело говорить, можно сейчас вот в октябре месяце высаживать в землю. Они 100% приживутся. И на следующий год уже дадут побег. А уже через год вот этот куст, один из этих кустов, будет уже плодоносить. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.